Денис, можно пару слов? Скажите, пожалуйста, почему потребовалось задержать молодых людей, которые против наркотиков выступают? Ну, они молодцы, что они против наркотиков. Просто данное их мероприятие было со мной не согласовано. Надо... На моих мероприятиях нужно со мной согласовывать, а не с Поликарповым, там, с Трофимовым, с Единой Россией. Понимаете? Вот молодцы, что против наркотиков. Ну вот ко мне на мероприятие больше не приходите. А, скажи, пожалуйста, вот этот молодой человек сказал, он вас публично вызывает сдать тест на наркотики. Да сам пускай идет, сдает.